Всем привет! Я тут подисчезла малость. Даже не знаю, как снять получше. Там звездочки. Причем одна самая средняя звезда горит каким-то сиреневым цветом. Всего-то лишь фикс прайс. Фонарик, который я показывала, он у меня... Я вообще думала, что это муляж. Случайно его перевернула, там бана. Переключатель. Включила, зарядила. Сейчас Сёму покажу. Сёма. Вот этот злодей у меня живет отдельно. Это у меня вообще отдельная комната мышиная. Там живет кролик. Вон он черный. Оля. Кролик у нас мальчик. Тем не менее, он Оля. Здесь вот у меня хвост, хвостяра. Костя, ой, ты мой маленький. Сейчас Семён. Сделала вот такие вот трубы ему. Потому что он иногда Олю задирает, а Оля все-таки у нас кролик из магазина с гадким характером. Может его обидеть. Ну, все она раскидана. Утром убирался. Вот Мия. Мия. Вот так вот. А вон Рози, моя прекрасная гомо-белорозовая Рози. Что это такое прилипло? На стекле что-то прилипло, бог мой. Надо убирать. Рози, вон Рози. Рози. Мама терла стекло уже. Вообще все опять заляпанное, да? Мия. Чё, мой зайчик? Рози. У меня Рози такая дама с характером, мягко говоря. Ко мне тут приезжала подруга, и я говорю, несу ей пальцы, даже со вкусняшками, потому что она тебя укусит. Да, Рози? Подруга такая, да ну фигня. И как ее Рози саданула за палец прям до крови. Говорят, что шиншиллы не кусаются. Ха! Вот она. А вон Мия. Мия и Рози. О, Сёма только что запрыгивал. Семён. Вон у Сёмки тут лежанка. Вообще у нас Сёма любит спать вот здесь вот. На батарее, на углу. Это сейчас, ну, мы практически не топим. Батарея такая, не знаю, температуры тела. А зимой он спит вот здесь вот. На байковой тряпочке. Надо ее, кстати, убрать вообще отсюда, потому что уже все. Кончилась зима, и вообще вот у меня окна все укрыты, потому что очень сильно дует, прям сквозняк. Батарея вообще кипяток, и Сёма вот так жопкой прислоняется тельцем. Ну, или бочком вот к этой горяченной батарее спит. Ну, комната вот у нас недоштукатуренная. Короче, веночки вон мои висят. Тут всякие у меня вкусняшки-няшки. Бутылки для полива с водой уже который год стоят на всякий случай. Я вечно боюсь, что у нас тут воду отрубят. Мой чудо-фонарь. Вот девчонки тоже мои прелестные. Вон. Майли. Луна, Лана и Лили. Лили! Вот. Ну, надо сказать, что вот Рози, вон она, Рози, только меня любит, мы с ней только целуемся, мне даже супруг ее боится. Она прям зубами клацкает. В общем, вот такие вот у меня мыши. Оля, кстати, линяет страшно. Вот он, кролик. Оля. Оля. Вон он, Сёма. Сёмка. Ну, темно уже, 9 час прям. Вон он, Сёма. Сёмочка. Семён. Сёма. Маленький. Сёма. Умница моя. Че? Сёма умница. Вот там вот у меня стоит в коробке реквизит для фотографий. Надо будет поснимать видео с моим новым вязаным медведем. Ну, Сёма куда-то опять свалил.
супруг говорит, отключи нафиг фонарь на всякий случай на ночь. То классно горит. Ой, кстати, Оля и Сёма кушают гранулят. Вообще, Оля у нас кушает гранулят. Сёма. Семён. Кролик кушает шиншилловый гранулят. Сёма пьет вон из банки, из кроличей. Ну, вообще у них две миски. Вот вторая миска. Сёмина и Олина. Потому что иногда Оля начинает психовать. Оля. Ой. Короче, невидимый кролик. Вон он, видите, вот. Все, народ, давайте пока. Мне там что-то дочь написала.